Поэтому с нашей стороны, наши представительства, они поддерживают постоянный контакт с нашими гражданами, которые находятся на территории Газа. Работаем с правительством Египта, работаем с различными остальными официальными лицами для того, чтобы обеспечить вывод наших граждан с этой территории. Хоть одной стране дали разрешение на то, чтобы... На сегодняшний день 45 стран занимаются одновременно этой проблемой, пока ни один гражданин не вышел из этого региона, поэтому работа продолжается. А какие-то прогнозы есть вообще? Ну, какие могут быть прогнозы настоящие? Ну, вы говорите, работаем, а когда, может быть? Это зависит не от нас, это зависит от тех государств, которые в настоящее время держат оборону, как говорится, не позволяют выйти гражданам любой страны из сектора Газа. Получается, не одна страна пока не такая.